Добрый день! Сегодня будем вязать элемент для юбки. Мотив элемент. Крючок у меня 2,5. Такой вот. Это объемный акрил. Ну, если летняя юбка, то, конечно, из хлопка. А если вот весна, осень. Ну, вот объемный акрил. Такой вот плотный получается. Для этого нам нужно набрать кольцо и провязать в него 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 24 петли провязали. Там, где у нас была одна петля подъема, мы присоединяемся соединительным столбиком. Одна воздушная петля. В первую, в первую петлю мы провязываем один столбик с накидом. И в эту же петлю столбик без накида. Мы провязали угол нашего квадрата. Теперь 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Одна сторона провязана. Вот это. Теперь в одну точку мы провязываем столбик без накида, столбик с накидом и столбик без накида. Угол провязан. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая сторона провязана. В одну точку столбик без накида. 1 столбик с накидом. И столбик без накида. Третий угол провязан. Какие мы молодцы. Теперь 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Еще одна сторона связана. В одну точку столбик без накида. 1 столбик с накидом. И столбик без накида. Еще одна сторона связана. И теперь 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали квадрат. Присоединяемся сюда, где у нас была одна петля подъема, соединительным столбиком. Квадрат связан. Вытягиваем уголочки, поправляем все. Вот так. Теперь одна петля подъема. И повторяем все то же самое. Теперь у нас получается вот тут, где у нас был столбик с накидом. Его видно, он отличается. Вот он. Мы провязываем 1 столбик без накида, столбик с накидом и 1 столбик без накида. Вывязываем угол. Теперь у нас получается здесь 7.
три, четыре, пять, шесть, семь столбиков без накида. В макушку угла мы провязываем столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида, угол связан. Ой, не видно. Дальше 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще связали. Теперь в макушку вяжем столбик без накида, в ту же точку столбик с накидом и в ту же точку столбик без накида. Угол связан. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В макушку мы вяжем 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом в одну точку и в ту же точку столбик без накида. Угол связан. Дальше 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Равняем уголочек, подтягиваем все, потому что вязание плотное. Вот так вот. Теперь равняем, значит, присоединяемся сюда соединительным столбиком. Одна воздушная петля. Из угла мы вывязываем столбик без накида, столбик с накидом и столбик без накида. Угол у нас состоит из 3 столбиков, получается. Теперь по грани нам надо провязывать 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из угла мы вывязываем, угол вывязываем 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом и 1 столбик без накида. Есть. Вот так. Теперь 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот угол у нас получается. Мы вывязываем столбик без накида, столбик с накидом и столбик без накида. Далее 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Вот такой вот получается квадрат. Опять мы пришли к углу. Вот у нас эта петелька. Мы отсюда вывязываем столбик без накида. Столбик с накидом. И столбик без накида. Провязали угол. Вывязываем 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Присоединяемся сюда соединительным столбиком. И все. Элемент связан. Поэтому мы не стягивали вот здесь. Вот. По мере того, как вы вяжете, у вас образовывается здесь вот квадрат. Ниточку обрываем. Петельку затягиваем. И все. Так вот потом они, эти квадратики, соединяются. И получается очень великолепная юбка. Все очень просто. Гениальное просто. Да? Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме. Подписывайтесь. ВКонтакте подписывайтесь. А пока-пока.